Всем доброе время суток, пристраиваю перед вами автомобиль. У нас Toyota Corolla 2008 года. Автомобиль оснащен мотором 1.6 литра на механической коробке передач. Также всего лишь два владельца. И представьте себе, с 2008 года кузов родной краски. Значит, автомобиль в достойном техническом состоянии. В комплекте будет комплект зимних колес в сборе. Не знаю, через пакет вам видно или нет. Они у нас с вами на штампованных дисках. Два колеса здесь. Два колеса лежат на багажнике. Два колеса лежат здесь в багажнике. Сейчас оттуда снимем и два колеса эти положим сразу. Так, значит, здесь у нас с вами хорошее состояние салона. Аккуратный салончик. Спереди у нас с вами тоже аккуратный салон. Здесь стандартная комплектация для Toyota Corolla, которая была в то время. Значит, передние стеклоподъемники, есть регулировка зеркал, есть подогрев передних сидений, отопитель салона с кондиционером. Магнитолку здесь уже поменяли, была штатная, поставили на базе Android, зато теперь здесь есть камера заднего вида. Так, в комплекте, значит, будет два ключа, автозапуск. Автомобиль заведен, ровненько работает мотор. Пробег я вижу на спидометре 177 тысяч километров. Так что вот такая вот Toyota Corolla на ваших экранах. Машина у нас в наличии. Лучше вам приехать на осмотр. Мы с вами сделаем тест-драйв, заведем, прокатимся. Если вам все понравится, все устроит, эту машину сможете у нас приобрести по системе трейдинг, в кредит, либо за наличный расчет. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Хорошего настроения. Всего доброго. До свидания.